немного-то танков. Да, я сейчас лагаю в основном вечером, пусть Нифига стреляют. себе, это у вас такой план был, типа, сделать танк офспеками и все равно так Это шмотнуть? охуевший Паладин. Типа, вы просто шмот без ГП, да, Это сделали? как Войт в той гильдии, да? Кто-то знает. Ну это же розовые, блядь, на выше розовых не знаю. Дубло закрой. У них там терки между собой. Вой Да тоже ладно, розовый, только в я душе. запал, а потом это. О, на Мы чё, вагрих куда-то еще покрывают. У идем них тут или чё? тройничок. Постепенно танков будете одевать. Лёх, мы куда-то идем еще? Не, я думаю, блядь, мне робота на сегодня хватит. Да, Завтра я нас. тоже, мне уходить надо. Завтра на соляру. По крайней мере, На этой пообщаемся. неделе у нас закрыто все. Да, все. Моса, скажи мне, ты что, дебил? Вот ты что, дурак, нет? Мы куда-нибудь еще Я тут пойдем? подумал, смотрите, по поводу танков. Танки, которые будут танчить, будете лутать следующим образом. Так как у всех офспеки, будем лутать следующим образом. Допустим, я сегодня одну шмотку на танка забрал, значит, на следующем, когда забирает следующий танк. Вот начинается, Я начинается. понял, Сейчас среди понял. хантов также будем. Это похоже на Я сговор сейчас группы буду это лиц уже. забирать, А завтра. можно мне тоже Да шмотки при тогда чем? в Вас это ГП? у нас это успехи. Про товар там в самом конце будет летать, я понял, да, как всегда. Нет, просто те люди, которые танчат, блять, вы оденетесь быстро, у нас не так куда хуя на самом деле. Типа те люди, которые реально танчат, которые присутствуют, блядь, на каждых этих боссах и сами танчат, типа вот как я, Калат, Войт, блядь, Монорот, вы будете, ну, по одной шмотке будем чередоваться забирать. Чтобы равномерно, блядь, одевались танки, они, грубо говоря, одного танка мы оденем, блядь, а потом хуй знает, что с танком. ГП. А, это же успех. Да, это офспек. Будем Охуенно, завтра. когда все танки, но у всех танков офспек. Ахули поделать, ахули поделать, как-то надо, блядь, жить-то нахуй. Мы выживали как могли. Чё, блядь, такого это? Ну, не, Не, вот, ну, вот Red War, Марк, ты допустим. без Red этих War. танков ты нихуя не сделаешь. Ну, реально. Вот Red War DD, да? Мы был Вот мы. я понимаю, допустим, там многих людей, которые хотят поиграть в ДД спеки. Ну, Ну, мало. потому что Red War это реально офспек. Он в нем редко. Что в спеке, Блядь, да? честно сказать, с удовольствием бы пошел в холле паладине, блядь, на всех боссов, честно. Так, подожди, подожди, подожди. Хилы, вы слышали, как танки одеваются? Хилы, давайте так же То делаем. есть мне нужно сделать Да, офспек, это мейн мейнспек шипы. ДД. Да. Да. А я не А знаю, что потом без хилов-то никак мы не пойдем. Мейнспек ШП, а типа, а как мы без защиты хилов вообще где, пойдем? ну, а где ваш мозг вообще? Вы где раньше были, блядь? Почему вы не делаете офспек себе? Тот спек, который вам хочется играть, вот как я, блядь. А мейнспек, тот спек, который ДДшный, нахуй. Трэш ебучий. ДДшников миллион, как говна, блядь. А вот хилов и танков нихуя. Честно, если вы кто-то, ну, будет танчить, я не против. Типа, я бегаю в школе паладина по хилю. Я уже давно И хочу. буду отдыхать, да? Да тут дело в другом. Когда танки начнут агро нормально держать. Нелик, перекинь талантами, занимайся Да ерундой. не буду я перекидывать, блин, ни у одного ШП не Твой перекинуты дополнительный таланты. скилл никому не нужен. Леха, ты Нужен, слышал, кого нужен, на замену надо. отправлять в первую очередь? Нелис, Да, танки самых переделают шмот пацану. пробиваемых к нему в группу, и он будет нормально подхиливать их. А смысл? Он срывает агро, ребята, о чем вы? Да, Срываю Нелис. агро. А почему я срываю агро? Это же Просто стоя. Да посидит на замене в следующий раз. Печеньку последний полутает, когда танки оденутся, агро начнут набирать. Просто смени два таланта и все. Ты издеваешься? Еще Нет. раз повторю. Слушай, Неликс, А танки тут просто запрут танки, видишь, перебиваются. они агро распределяют между собой, поэтому скидывать приходится. Так-то нормально все. На этот Босс босс просто просто. ебучий. Смотри, делаешь просто вторую ветку себе на этого босса конкретно. То есть у меня на Лара одна ветка, А на, если я блядь. буду в этой ветке, подожди, окей, если я сделаю ветку, я один хрен буду срывать. Ну, Сука. посмотришь, как будет работать. Значит, ГП танком?
В смысле танком. Ваги и на пульщиком. Ваги заплатишь по 5000 за каждую солевую, блядь, и все. Вот так мне только это спасает, и все. Ну, ты... Может, меня ничего не спасет? Тётся фармить. Я понимаю, кислород говорит, Неликс, я просто стою и это, и стою. Он опять говорит, Неликс, я просто стою и ничего не делаю вообще. Клад. Ты еще Неликс, ловишь? Неликс, да, да, да. А вот те, которые талант показали, он сбрасывает 25% агро. Это очень до хрена. И второй вопрос. Зачем тебе на роботе парашют? Парашют. Он вообще парашют зачарен. Не убиться. Там а что, на плащ можно чарить минус агро? 5% агро. Ты считаешь, ты вот эти три таланта, три очка таланта, и 25% и плащ на 5% зачарил, у тебя уже 30%. Будешь стоять бить. Вчера такой проблемы не было. То есть я вчера нормально бил, а сегодня проблем появилась. Да потому что. А сегодня потому что понедельник. Сука, я жикнул. Так, у вас здесь это еще есть? Да, я тут. Инканите в гильдию, что там за минус агро на плащ? Первый раз слышу, интересно стало. Кислого на сове, чарк. Но она кроме минуса грата что-то дает еще, нет? Дух. Дает, тебя не убивает. Дух минус агро, нихуя. Это из тех, кто в дисе.